Всем привет! Сегодня вот такая проблема, не включается, не запускается такая вот стиральная машинка Indesit и WSD5105. Значит, смысл в том, что машинку мы включаем, все загорается, ошибки никакой нету. Ну, выставляем там любую программу. Жмем пуск. Вот происходит такой вот, замок закрывается, машина гудит, но вода в нее не набирается и, соответственно, нету запуска. Значит, вода у нас открыта, все вроде нормально, ошибку никакую на дисплее не пишет. Будем разбираться, в чем проблема. Пытается вот запуститься, но не может никак. Для начала проверим, подходит ли сюда вообще вода. Для этого мы пока перекрываем. Откручиваем шланг подачи. Мало ли, может, там что-то случилось с ним. Вводим. Водичка вроде не бежит. Положим его в канистру какой-нибудь. Включаем, смотрим, а воды-то нету. А как такое могло произойти? Что с этим шлангом вообще могло произойти, чтобы по нему не шла вода? Вот это мы сейчас проверим. Интересный случай. Значит, открутили мы полностью шланг. Теперь можно его просто продуть, посмотреть. Будет ли он дуться? Вот там что-то такое выплеснулось. Может быть, просто был забит шланг. Ну, по крайней мере, он дуется. Со шлангом, мы знаем, у нас все нормально. Остается еще вопрос с краном. Сейчас решим, как эту проблему проверить, потому что кран тут стоит у меня, в принципе, не очень удобно. Вверх поставлен. Посмотрим, рабочий ли кран, но скорее всего, что рабочий. Может, что-то попало просто в шланг. В общем, а случилось, собственно говоря, вот что. При открытии крана, раз, ничего не происходит. Заслоночка не... сам запорный клапан, он не двигается. Двигается только ручка. То есть, скорее всего, просто тут сломалась направлялка, направляющая. Сейчас откручу и посмотрю. Значит, шланг я одену, я уже увидел все, что хотел увидеть, чтобы потом в случае чего, когда все заработает, не было, не залило мне тут ничего. Шланг у нас вон в емкость идет. Значит, и откручиваем. Включу цветочку, откручиваем здесь вот. Саму ручку. Включаем саму ручку и смотрим. Да, здесь у нас просто, не знаю, как сфокусировать, просто разлетелось. Сами вот эти направляющие. То есть вот эта часть у нас не крутится. Сейчас я возьму плоскогубцы и попробую прокрутить так. В общем, сейчас я плоскогубчиками открою кран и посмотрим, как оно будет. Вот все, пошла вода. Пошла вода, значит, проблема только в этой ручке небольшой. В этой вот ручке, где просто выломала пластик. Вот такая вот банальная проблема. Сейчас я подсоединю машинку, проверю, что она все запускается, и просто поменяю эту ручку. Все. Значит, все, я поставил все на место, подсоединил.
Сейчас включаем машину. Ставим на... на что-то более быстрое, там, например, на полоскание. Запускаем. Все, машина запустилась. Запустилась, ставишь на машине, все работает. Вот, в принципе, такая вот, казалось бы, банальная проблема, из-за которой не запускается машина стиральная. Все. Всем спасибо за просмотр. Удачных ремонтов. Пока.